Сегодня в правительстве обсудили проект регионального закона о казачестве в Республике Саха. В документ войдут положения о социальной защите казаков, привлеченных к охране общественного порядка наравне с народными дружинниками, а также приведение казаков к государственной службе. Кроме того, в ходе мероприятия разработали план развития казачества в регионе на 2016 год. Мы продолжим работу по приведению казаков к государственной службе. То есть мы должны исполнить федеральные нормативные акты, законы и так далее. Значит, мы должны отработать очень хорошо по самой стратегии, которую утвердил наш глава республики Борис Фугаров-Анасич. Ну, соответственно, если мы выполним все планы, которые наметили на 2016 год, то произойдет наше, скажем так, усиление нашей работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ну и, соответственно, мы сделаем уже такой более широкий шаг по становлению государственной службы казачества российского в Якутии.